традиции есть интересная история нашего с вами военмеха. Годом основания считается 1932, но на самом деле это учебное заведение имеет куда более богатую историю. Прародителем военных является ремесленное училище цесаревича Николая, основанное в 1875 году для бедных детей. А вот в 1932 произошло изменение этого учебного заведения. Но здесь это очень подробно описано, поэтому почитайте на 13 странице нашу историю. А на сцене Алексей Барсуков.